В минувшие выходные обильные дожди спровоцировали повторный подъем уровня воды в реке Малая Бутуобия. По данным специалистов Мирнинского управления автодорог, за выходные река прибавила 10 сантиметров. Движение по понтонной переправе у поселка Новый закрыто. Сейчас на этом участке дежурят автодорожники. С 8 утра до 8 часов вечера там организована буксировка машин. Временную переправу здесь обустраивают ежегодно. Другого способа добраться с берега на берег нет. Однако автомобилистов ждет приятная новость. В этом году через реку начнется строительство капитального моста. ФКУ, федеральное казенное учреждение управления дорог Вилюй, проводит сейчас торги. Будет начало строительства, ну, по результатам торгов определиться подрядчики. Ну, у них запланировано строительство моста. Ну, начало это осенью начнется строительство с окончанием строительства, ну, в 2020 году. Ну, в конце 2020 года. Надеемся, все это решит кардинально все эти проблемы.